Ребята, у нас вечер, плюс 17. Сегодня вечер 6 апреля 2022 года. Будем расколачивать вот эти щиты на доске. Топор я взял. Вот они щиты. Да лишнее, что старое, погляжу. Будем их распотрошить. Распотрошим их. А потом уже завтра... Ну, сколько сегодня сделаю, смогу. Потом уже завтра будем пилить. Посмотрим, какая погода еще будет. В общем, будем заниматься полезным делом. Доброе всем утро. Сегодня у нас уже 7 апреля 2022 года. Посмотрим погоду. Собак я уже сходил, накормил. Фронт работы сегодня будет у нас. Кстати, отключили свет, как всегда, 9 часов утра отключили свет. Это на целый день. Как обычно, фронт работы у нас такой будет. Рашка ест там, рубает. Чё, ешь. Здравствуй. Кушай. Привет, ешь. Ешь, не отвлекаем тебя. Ну всё, вымазала. Ешь, иди. Иди, ешь. Фронт работы у нас такой будет. Будем пересаживать вот эту чуду с этого... обсиканного места на вот сюда. Вот сюда мы ее посадим. Она у нас переедет с того угла. Вот эти доски нам надо убрать. Вот эти доски пойдут по забору. Ну, закрывать щели. Вон они щели вот такие. Вот они идут щели. Закрывать я специально их откладывал. Также убрать эти доски, убрать там доски. В общем, работы хватает. Конечно, без света плохо. Предупреждений, как всегда, не было. Ну, у нас же каменный век же. Нам-то что, всегда же отключают сразу до темноты с утра и до ночи свет. Попилить не знаю, если только вечером попилим. В общем, загадывать не будем. А, и вот эти доски еще надо убрать. Вот они лежат, доски, как я хожу. В общем, работы тьма, работы много. Сынуля, красотуля, еще не кушал. А, еще туманки надо снять. В машины. В общем, день насыщенный. Будем делать. Будем возиться, будем копаться. Да, Миша? Миша тут вылизывается, уже умывается. Да, мы, Соня, одна забота у мыши. Так,
Так, идем домой. Василич, а что ты делаешь? Да вот шоу сделаю. Ты мясо. В общем, мы готовим, ребята и девчата, вкусное-вкусное мясо, но рецепт мы не скажем, из чего. Рецепт от подписчицы, да? Это будет секретом, да, Василич? Ну, рассказываем, как осмыслил я. Спасибо, что Адель Соколова, спасибо тебе вот за рецепт. Ты озвучила, услышал, пытаюсь передать, не только себе почерпнуть, попробовать твой рецепт, но и дальше продвинуть, чтобы зрители смотрели, что-то понравится, если я оценю, тоже могут сделать. Вот. Почему бы и нет, когда вкусно, хорошо и не сильно затратно в наше время праздник или на праздник сделать. Ну, почему бы и нет. В общем, ребята и девчата, готовим мясо по фирменному рецепту. Кстати, плохо без света, опять на плитке, на газовой плитке. Плоховато без света. Ну что, потом мы попробуем, отведаем, что получилось, и вынесем свой вердикт кулинарный. В общем, ждем, будет готово мяско. Отсюда. Thank you.
Ну что, мамулька, кажется, только сбегала в магазин. Полторушка газировки. По заказу. 10 яиц. Да. Так, кошелек это. Бумажки у нас. Так. Туалетная бумага. Так. Вот так. Тоже паприка. Так. И турку. И почем у нас сахар сейчас? Я хотела еще сахару подкупить. 126 рублей за килограмм. Килограмм. 126 да? рублей за килограмм. Так что надо будет в городе где-то взять. Закупать сахар. В общем, ребята и девчата, Муракина у нас сидит на чистом месте, на отличном чистом месте, да. Ничего не пахнет нигде. Так, все, сиди, будешь здесь теперь сидеть, но будешь теперь здесь сидеть. Так, фронт работы у нас такой. А пока свету нету, нам надо вот эти лиственные, тащить доски отсюда, лиственные. И вон те... Ну все, 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 Мараша, все, новое место, привыкай. Да, чистое, без запахов, без всего. Там, ну его нафиг, место. А вон те доски по забору будем пускать. Ну все, 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 все. Я знаю, непривычно. Привыкнешь, привыкнешь, привыкнешь. Будем, короче, с меня штаны стягивала Мурашка, наша собачка. В общем, будем таскать, убирать доски. Фронт работы у нас такой, есть чем заниматься. Сделали вкусную мы вкусняшку, сейчас попробуем. Сперва попробуем закуска по-итальянски овощная. Отец выложу. Готовили блюдо, свету нету. По идее надо еще холодильник убирать. Ну в принципе ничего, пойдет. И мясо. Вот оно, мясо так выглядит. Здесь мясо. Отваренная свинина, шейка, да? Вырезка. Хорошо. Укропа, наверное, много. Нормально? Нормально. Это укроп. Как без укропа? Это самое. Там сказано с укропом. И оно еще не настоялось, как говорится. Мясо вкусовое качество соуса не напитало. То, что ты берешь вот сейчас, взял, правда, мы что-то увлеклись. Ну, кстати, хорошо, неплохо, в принципе. Центральный. В принципе, неплохо.
Хорошо. Так выглядят кусочки наши. Объявляла. Вкусно. Оказывается, могут готовить же это самое подписчики. Ну вот. Хорошая, да? Нормальное. Вообще. Да? Отличное блюдо. Спасибо. Один Дель Соколовой. Очень вкусно. Вкусно. Вот первая пошла навстречу. Все, как бы не лаяли там, не гадили Васильича. Дала свой рецептик. И вот, оказывается, все хорошо, отлично. А почему бы и нет? Вот. Другие. Берите, готовьте. Так что все съедобное. Спасибо еще раз. Ничего, вкусно. Отличное блюдо. Особенно хорошо пойдет картошки. Да, по-моему, круглые картошки пойдет отлично. Да, вот отварить еще. Они вот сейчас с овощами, но света есть. Нету на плитке. На газовой варим, на обычной. То есть света ничего нету. Ладно, ребята и девчата, пойдем шевелиться дальше мы на улицу. Будем делать помаленьку. Хоть и света нету, но будем делать. Ну, будем делать. Душа не вытерпела поеда. В общем, ребята и девчата, у нас имеется Мураша, хватит, все. Хватит, все, сиди на новом месте. У нас имеется вот такая вот на деревянной основе от циркулярной пилы основание. Я принес ключ, сейчас буду откручивать болт. Все-таки я унесу, в будущем сделаю из металла небольшую циркулярную пилу. На 220 подключу двигатель, потому что на 380 страшно такую циркулярку в будущем запускать. Я помню, был двигатель на 3 киловатта, 380 вольт, и крутила она очень-очень, ребята. Очень страшно крутило, из-за этого ее не стали на ней пилить, потому что к ней подойти было невозможно. Но это было много лет назад, я тогда-то еще маленький был, ничего не, фактически в этих не соображал, а сейчас-то вопросов нет. Соберу, только надо будет найти асинхронный электродвигатель и еще небольшой один-второй пусковой конденсатор, и все. Там вопросов нет, уголки есть, основания есть, в общем... Потом чисто собрать контент, запилить циркулярную пилу обычную. Все. Идем домой, пока откручиваю. В общем, ребята, пришлось повозиться. Что-то я пришлось раскалывать доски. Накрыл сверху, потом надо накрыть болты. Да, такие вот болты. Пришлось пораскалывать, короче. Повозиться не стал я показывать, как помучился. В общем, часть для будущей циркулярки готова. Доски пришлось раскалывать, металл пришлось там раскалывать. Изначально неправильно было сделано, не надо никогда делать на древесине было. А основание потом в будущем я буду крепить на вот таком уголке. На уголке, на толстом уголке. Изначально неправильно было сделано. Вообще на древесине никогда крепить нельзя. Такие мощные аппараты. Тем более древесина она. Ой, древесина есть древесина. Ее и ведет, и все. Чисто на ментале. В общем, солнышко у нас. Занимаемся. По участку делаем, работаем, возимся, чё? Копаемся. Что написано? Ой, я вижу, что ли. Пищевая ценность 100 грамм. Белки, жиры, углеводы, калорийность. Я не вижу, думаешь, я вижу, что ли? Морковка, соль. Что еще есть? Не вижу я.
Короче, не вижу. Адрес Красноярск, короче, Красноярская, вижу. Угу. Капуста. Что делать будем? Все выключил. Я говорю, взял под это. Так я постучал. И все. Что, суп варит, да, бля? Да. Крас. Время, кстати, у нас, ребята и девчата, время у нас, ну, вот так вот свету и нету. Зачем людям свет? Его не надо. В лесу, в лесу. Лес, лес, лес. Так, будем с фонариком. Зато гидростанция, которая свет дает, за огородами у нас стоит. Ну да. О! Видите, какой мясо варили? А, бульончик остался. Такой бульончик у нас. Вот. Мы ух ты. Включаем. Включаем. И, наверное, он был тепленький. Сразу, чтоб экономить, ага. Я возьму и сразу же добавим и капусты. Капустки. Кстати, этот бульон, ребята и девчата, где варилась свинина. Ну, вот эта, которая свинина. На салатик делал, отваривал мясо. Вот, все свеже. Несколько часов назад было приготовлено. Да, свеженько мясо. Все. Это тоже свежая у нас капустка. Квашена, не маринована. Маринуют, продают. Я раз, как сказать, можно сказать, взял, обжегся. Потому что, ну, на любителя-то капуста. Угу. С уксусом берешь, открываешь сразу. А уксус. Там уксус. Ага. Вот. А это по-деревенски сделано. Ну, делалось это от нас 400 километров. Привезено. Так что. Вот, отпускай. А подсаливать же не будем, соленая же жишка, да? Там жишка, ну, здесь соленая, скорее всего. А, нет, не будет. Здесь соленая, не надо подсаливать. В общем. Сейчас я посмотрю, сколько там. Вот это. Еще пару этих. И пускай там сориентируемся. Вот. А, вот одно и хватит. Все. Достаточно. Варится. У нас варится. Это закроем. Вот простую, думаю. Жишка-то нормальная, хорошая. А, как сказать. Калорийно жирненькая. Ну и назвать это разве жир, по идее, но для некоторых вообще это убийственно. Зажарку посмотрю по ходу действия, пускай покипит, поварится. Что сделать, какую? Постную или маленько пожирнее. Ну где-то так. В общем, ребята и девчата, готовим супчик, колупаемся в огороде, занимаемся, колупаемся, день у нас продолжается, мурашка, тяв-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 тяв, непривычно на новом месте и просится на старое место, пусть сидит все на новом месте. В общем, ребята и девчата, доски я эти убрал, лиственные, как и обещал, все, сиди, не злись, все. Оттуда вот тоже доски я убрал, все, поразложил. Все, теперь тут твоя будка. Не надо. Вон она, твоя будка, все. Переехала поближе. 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 В общем, все убрал. Все как надо, да, все, не злись. Не злись, не злись. Ну, в общем, ребята и девчата, на этом, наверное, мы будем заканчивать. Света нету. Доски, может, вечером, скорее всего, попилю, отложил доски, которые буду пилить.
Ну, как-то так. Как-то так. Инструмент сейчас мы уберем. Позанимались. Закрываемся. Ну и на этом все. Сварился, уже подостыл. Вот сейчас такой. Только воткнули свет. Не говори. Ну, а сейчас я налью супеца. Добавил я лаврушечки. Лаврушечки. Фишки побольше. Вот, веселенький, видите, какой у нас супик. Помидорки зажаренные с лучком. Все как надо. Вот. Идем. Сейчас, секунду, ложку возьму. Вот. Супец у нас. Видите как? На газу, на газу. Ну, беру также. Вот сметана есть. Сметанки. Ложечку. Вот, размешиваю. Видите? Очень хороший, вкусный. Ну и письмо получил Васильевич. Если будет письмо от подписчиков, спасибо. Вкусно как лаврушка и в Африке лаврушка. Также про нее что говорят? Жарят, парят, тушат, солят, маринуют. Они едят. Что это такое? Лаврушка. Вот мы приготовили, они едим. Ну-ка. Ой. Ну это вообще божественно. Божественно. Ну вот, ребята и девчата, в общем-то и все, кучи нет, время вечер, по-моему, 7 часов уже. Теперь сейчас мы все чистим, обметаем, и все. Да, в общем, все, сметаем и отдаем, все спокойненько, все, делаем цивильно, и все, с дровами пока. Напилка покончена, с напилкой дров покончена, но потом с уборкой, не знаю, слишком много убирать. Что-то. У меня три кучи, раз, два, и там три кучи, у меня аж это, настроения никакого нету убирать его. Ну все.